Юбки на AliExpress – большая подборка. Китайские продавцы очень внимательно следят за изменениями в моде, так что стоит появиться какой-нибудь новинки, будь то юбка, сумочка или платье, как на AliExpress обязательно появится аналогичный товар. Так что если вам не особо важно, что написано на бирках вашей одежды, то выглядеть модно можно и не тратя целое состояние на популярные бренды. Юбка – еще один аксессуар, без которого не обходится ни один летний гардероб любой девушки. И AliExpress есть что вам предложить. Тут есть и модные новинки от китайских брендов и неплохие копии всемирно известных брендов. Юбки на AliExpress – большая подборка популярные юбки с AliExpress. 39% AliExpress юбка, юбки, юбка, женская юбки, женские юбка, лолита, женские юбки, юбка, пачка, юбка. 386 рублей 633 рубля. 59% AliExpress женская джинсовая мини-юбка в стиле харадзюку, летняя плиссированная юбка с 232 рубля 569 рублей. 50% AliExpress юбка трапециевидная Alnion, с заниженной талией, черная, с карманами, на молнии 1320 рублей. 2640 рублей 41% AliExpress сплошная цветная женская винтажная длинная бархатная плиссированная юбка. 1388 рублей. 2353 рубля 5% AliExpress юбка женская весенне-осенняя однотонная до середины икры с высокой талией 674 рубля 710 рублей. 41% AliExpress плиссированные мини-юбки в школьную клетку, завышенной талией, в стиле. 604 рубля 1025 рублей. 4% AliExpress юбка женская плиссированная, с высокой талией, однотонная, повседневная. 534 рубля 562 рубля. 34% AliExpress женская шифоновая юбка миди, повседневная плиссированная юбка с цветочным. 1087 рублей 1672 рубля. 35% AliExpress юбка женская летняя плиссированная, завышенной талией, для танцев 841 рубль. 1293 рубля 50% AliExpress женская мини-юбка в стиле 90-х, модная пляжная белая юбка Y2K в стиле. 287 рублей. 575 рублей 14% AliExpress юбка миди женская из атласа, с высокой талией, на лето, 2021 1329 рублей 1546 рублей. 69% AliExpress юбка карандаш из искусственной кожи Ачо, черная, с высокой талией, с 922 рубля 3073 рубля. 54% AliExpress женская мини-юбка в стиле харадзюку, с высокой талией 1107 рублей. 2407 рублей 32% AliExpress юбка мини женская трапециевидная с завышенной талией, на молнии, в корейском. 624 рубля. 931 рубль 40% AliExpress юбка роллер женская, прямая, в полоску, с высокой талией 854 рубля 1423 рубля. 35% AliExpress QRWR, XS-3XL, клетчатая летняя женская юбка, 2020, с высокой талией. 740 рублей 1138 рублей. 40% AliExpress черные плиссированные юбки, женская мини-юбка с высокой талией, металлическая. 1047 рублей 1745 рублей. Out of stock 17% AliExpress женская пляжная юбка в стиле бохо, летняя короткая мини-юбка с высокой талией. 316 рублей 385 рублей. 44% AliExpress женская мини-юбка What Fuck, белая юбка с эластичной талией и вышивкой, для... 976 рублей 1775 рублей. 34% AliExpress женская однотонная мини-юбка Zivity QUN 765 на молнии сбоку 768 рублей. 1164 рубля 42% AliExpress мини-юбка женская клетчатая черная, белая с высокой талией 1242 рубля. 2179 рублей. 4% AliExpress юбка трапеция женская черная до середины икры с высокой талией 465 рублей. 489 рублей 60% AliExpress юбка карандаш женская эластичная однотонная на молнии, 58 см, 16 цветов, XL, XXL 1165 рублей. 2913 рублей.
24% AliExpress, женская винтажная ткань Zivity, лоскутное платье с цветочным принтом и узлом. 912 рублей, 1216 рублей. 59% AliExpress, женская облегающая юбка, летняя винтажная юбка миди в стиле харадзюку, 2020, 1087 рублей. 2717 рублей, 50% AliExpress, 2021 женские вязаные плиссированные юбки, модное вязаное платье с высокой. 2486 рублей. 4972 рубля, 27% AliExpress, женская винтажная плиссированная юбка, повседневная шифоновая юбка с высокой. 1435 рублей. 1993 рубля, 52% AliExpress, юбка миди женская из тюля, длинная, черная, белая, эластичная, с высокой. 1065 рублей. 2219 рублей, 47% AliExpress, юбка, карандаш, женская трикотажная черная, с высокой талией, для офиса. 614 рублей. 1158 рублей. Как видите, юбки на AliExpress есть всех фасонов, цветов и размеров. Кстати о размерах, не забывайте внимательно сверять свои параметры со специальной таблицей размеров, предоставленной продавцом обычно. Находиться под основным описанием товара. Иначе радость от пришедшей посылки может неожиданно омрачиться, когда заказанная вещь попросту не налезет на вас или наоборот окажется велика. Также советуем почитать отзывы о товаре перед заказом, помимо общей информации о качестве товара и работе продавца, вполне можно узнать, юбку какого размера заказал другой человек и подошла ли она ему.